Налоговая наконец-то представила декларацию о доходах чиновников за прошлый год. Президент Жээнбеков заработал 891 тысячу сомов, а вот доходы экс-президента Атамбаева в 100 раз больше – 100 миллионов. Откуда такие доходы, пока не ясно. Работники госорганов, компаний или организаций с пятидневкой отдохнут 7, 8, 9, 10 и 11 ноября. А все из-за праздника 7, 8 ноября – Дни истории и памяти предков. Они являются нерабочими. Вновь выйти на работу придется 12 ноября. В Бишкеке пьяный сотрудник ГКНБ угрожал своим служебным положением. Его поймали во время рейда. Но после того, как его начали снимать на видеокамеру, мужчина отрекся от работы в спецслужбах. Медики подтвердили наличие алкоголя в его организме. К тому же сам водитель признался, что употреблял пиво. В ГКНБ пока никак не прокомментировали инцидент.